Маргарита? Ну вот, сейчас и Маргариточку нашу заберут. Скоро. Уедет она в Ригу жить. Ой, убежала. Вот она тут напоследок у нас зажигает. Зажигает наша мартышечка. Вот она играется как. А мама нервничает, я не знаю. То ли она действительно понимает, что детей маловато. В чем дело? О, исчезла. Хвостик только. Все. Ну что, моя хорошая девочка? Маргаритечка. Какая красотка. Очень необычный окрас Маргариточки. Второй такой кошки вы не увидите. Вот мамочка любит свою Маргариточку. Вот как мама Пипа любит ее. Любимая доченька. Умывает свою доченьку. Иди к маме. Мама тебя умывает. Иди помойся, Маргаритка. Ну, заодно и покушай. Ты еще и маминого молочка хочешь покушать. Ты же большая девочка уже. Большая девочка. Что, Маргаритка тебя не слушается, Пипа? Увы, не слушается, уже большая. Ага.